Всем привет! С вами Ярославна Громакина. Сегодня меня спросили, можно ли с WebMoney перевести деньги на карту третьего лица. Да, можно. Сейчас я покажу, как это делается. Вы заходите на свою страничку WebMoney. Естественно, у вас там должны быть деньги какие-то. Ну вот, допустим, 299 рублей. Я сейчас покажу, как можно перевести 200 рублей, например, на карточку. Вот выбираете перевести средства на банковскую карту в рублях. Вот моя карта, я переведу на другую карту. Для этого вам нужно ввести номер карты. Вот, ну и сумму в рублях мы что пишем, допустим, 200, не знаю, 240, напишем. Продолжим. Вот смотрите, 2% что ли стоит у них, значит, комиссия, 240, значит, 246 будет снято, и залог. Залог зависит от суммы, да, вот сколько пишут, да. 5 рублей это будет залог. Вот. Еще раз проверьте, чтобы были правильно введены ваши реквизиты. Ага. А, Сбербанк России, все верно. Подать заявку. Да. А, я никогда не смотрю тут на вот это вот все, что тут пишут. Курсы очень большие. Я делаю свой. Значит, курс, создать свою заявку с курсом 2.50. Все, заявка создана. Теперь нужно только вам подождать. Вы можете зайти в свою почту, которая привязана к вашему WebMoney. Через некоторое время вам придет на почту сообщение о том, что ваша заявка создана. Exchanger, сервис, cards, заявка, номер такая-то. Ваша заявка на продажу 246 рублей, за 240 рублей прошла модерацию, опубликована на сайте. Дополнительную информацию по заявке вы можете посмотреть на странице. Можете сюда перейти и посмотреть. Теперь вы ждете еще минут 5, наверное, и на вашу карту придут деньги. После того, как деньги придут, вам нужно будет обязательно перейти по ссылочке, которая указана, чтобы вам вернули залог, если он вам важен. У нас было в данном случае 5 рублей. Ну, даже 5 рублей можно вернуть. Но если вы переводите более крупную сумму, там, конечно, залог больше. Вот. На почту. Вот, значит, заявка. Подобран контрагент для вашей заявки. Ожидайте перевод на указанную вами карту. Так, и вот она. Все, контрагент отправил перевод на сумму, указанную на вами карту. Подтвердите факт его получения. Вот, деньги я уже получила, мне смс-очка пришла. Переходите на указанную, значит, ссылочку. Здесь, когда вы переходите для возврата денег, вам обязательно будут просить ввести код подтверждения. Вот, видите, вы заходите, вот она ваша заявка, вот Артём мне отправил денежки. Если я подтвердила, я щелкаю «Подтвердить получение перевода». И получается залог в размере 5 рублей, и он вернется обратно на мою карту в обмане. Счет в обмане, да. Если бы я делала перевод на большую сумму, естественно, залог был бы больше. Это я просто показать вам, как бы тренировочная такая сумма. Перевести. Ну, надеюсь, все понятно. Когда вы, значит, это все подтвердите, вот сразу же опять
сервис по нашей заявке. Вы подтвердили получение платежа, и в течение ближайшего часа вам будет возвращен страховой взнос в размере 5 рублей. Ну, он точно будет возвращен. В принципе, это я, наверное, больше снимать не буду дальше. Надеюсь, все понятно. Если все понятно, если мое видео вам помогло, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ярославна Громакина, канал «Наши дети».